Всем привет! Это Dooji S100 Pro, стильный, мощный и с очень большой батареей. Чипсет приличный, памяти навалом. Экран хвастается высоченной частотой обновления. И даже камеры смотрятся очень даже солидно. Фишка еще одна – сверхяркий фонарик, расположенный под блоком камер. Дисплей этого гаджета выглядит просто потрясающе благодаря использованию IPS-матрицы. Она позволяет создавать яркие и насыщенные цвета, на которые приятно смотреть. Если к этому добавить разрешение дисплея в 2408x1080 пикселей, то можно ощутить настоящее удовольствие от просмотра любимых фильмов, сериалов или игр. Дополнительно диагональ экрана в 6,58 дюйма делает аппарат удобным для использования в руках. Это особенно полезно для людей, которые тратят много времени на чтение или просмотр видео на своих мобильных устройствах. Частота обновления в 120 Гц принесет удовольствие в пользовании этим броневичком. Смартфон работает на процессоре Helio G99. Это означает, что любые игры будут работать на высоком уровне. Тактовая частота 2,2 ГГц и 8 ядер говорят сами за себя. Поддержку работы процессора производители добавили 12 гигабайт оперативной памяти, которую можно дополнить программно еще 8 гигами ОЗУ, что очень хорошо сказывается на производительности. Оснащенность внутренней памяти в 256 гигабайт равнозначна как расширение возможностей, поэтому вы можете сохранять файлы в практически неограниченных количествах. Для любителей фотографии и видеосъемки Dooji S100 Pro может похвастаться тремя модулями 108 мегапикселей, 16 и 20 мегапикселей, которые будут настоящим подарком. Они обеспечивают профессиональное качество снимков в любое время суток, что делает этот смартфон идеальным выбором для тех, кто заботится о качестве своих фотографий и видео. Но не только задняя камера впечатляет. Фронталка с модулем 32 мегапикселя также обеспечивает достойные снимки. Это гарантирует, что любые селфи, стримы или онлайн-звонки будут проходить безупречно. Фронтальная камера также отлично подходит для создания видеоблогов или других контентов, которые требуют высокого качества изображения. Защита у нас приличная от пыли и влаги по стандарту IP68-IP69K. Хотя главная фишка – это аккумулятор. Он на целых 22 тысячи мАч. В комплекте есть быстрая зарядка и блок на 33 Вт. Конечно, неделя работы мобильного помощника без розеток и пауэрбанков радует, но габариты нужно учитывать. Зато теперь чуть ярче дизайн задней панели со стилизированной под кожу текстурой. Появился яркий специальный фонарик. Сканер отпечатка пальцев остался сбоку, что удобно, и есть NFC. Кстати, по фонарику максимальная мощность у него 130 люмен. Фишка, которая очень крутая под определенные нужды. В общем, смарт очень интересный, как по мне. Но весь интерес в том, что он уже на пути ко мне. И скоро я покажу уже мои тесты по данному гаджету. Хотя я не сомневаюсь, что аппарат внимания-то достойный. Глобальная премьера смартфона будет с 12 по 18 числа, и цена будет тогда самая вкусная. Так что оставьте его себе в корзине, чтобы не забыть, и заказывайте, если он вам нужен и полезен. А также пишите, как вам устройство. Скоро покажу вам свои тесты, а на этом пока все. Скоро увидимся. Всем пока!